Добрый вечер, дорогие друзья. Мы присутствуем на самом красивом мероприятии этого года – «Королева нефти 2016». Пришло время узнать, кто удостоился звания самой прекрасной девушки Института нефти и газа и кто заберет корону. Ставший традиционным конкурс красоты «Королева нефти» притягивает внимание все большее количество зрителей из года в год. Это одно из самых ярких и впечатляющих мероприятий Института, которое демонстрирует всю красоту, женственность, грацию прекрасной половины человечества. Первым появлением конкурсанток на сцене стало эффектное дефиле, после которого в исполнении участниц мы услышали различные стихотворения, раскрывающие их эмоциональную и трогательную натуру. Эмоции просто зашкаливают на самом деле, потому что прошла половина конкурса, и то есть мы выступили с дефиле, выступили со стихотворениями, мы показали общий танец, и хочу сказать одно, что то волнение, которое за кулисами было до этого, до каждого номера, вот до секунды, вот как уже выходить, на сцене оно пропадает. После финального выхода в свадебных платьях прошло награждение победительниц в каждой из номинаций. И, конечно, кульминационным моментом всего мероприятия стало объявление победительницы конкурса «Королева нефти», которая стала Субботина Екатерина. У меня очень сейчас большие эмоции. Я не ожидала этого. Это для меня был большим сюрпризом, потому что это все готовилось буквально за какие-то считанные дни, часы. И то, что было сегодня, это было что-то нечто. Вот и завершился конкурс красоты в Институте нефти и газа. Мы все увидели, какими могут быть наши девушки красивыми, яркими, незабываемыми, а главное, разными. С вами был Егор Михайлов, Ян Дроздов, Oil News.